Вопрос, касающийся перспектив развития бокса в республике, обсуждался сегодня на встрече главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с олимпийским чемпионом 2008 года Рахимом Чахкиевым. Спортсмен проинформировал главу региона о том, что первая в Ингушетии школа бокса практически готова к сдаче в эксплуатацию. В данное время тренерский состав занят подготовкой церемонии открытия и формированием нескольких групп из числа перспективных ребят различных возрастных категорий. Это было приятно на душе. И ну, говорили о зале, который вот-вот должен официально открыться. Вот, должен приложить, кажется, свое усердие, весь свой талант, опыт для того, чтобы поднять молодое поколение бойцов. Вот, и чтобы они там могли тренироваться. Вот. Ну, это первые шаги, и зал нужно будет, и, наверное, привлечь и каких-то опытных тренеров, там, вот, специалистов тоже. Вот. А так, конечно же, готов возглавить, вот, и непосредственно тренерскую работу в том числе проводить, вот, и поднимать нашу молодежь, прививать им бойцовский дух. В ходе встречи глава региона поздравил заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона по боксу, чемпиона Европы среди профессионалов, экс-чемпиона мира по версии IBO, обладателя титула WBC Silver Рахима Чахкиева с 35-летием и пожелал крепкого здоровья, добра и благополучия. По словам Юнусбека Евкурова, Рахим Чахкиев – пример здорового образа жизни, силы духа для молодых ребят, которые стремятся заниматься спортом. Хотелось бы, чтобы больше было, но когда мы можем сегодня называть фамилии олимпийских чемпионов, там, докторов наук, там, академиков и вообще там людей, называть фамилии, когда у нас есть, конечно, надо и приветствовать, и показывать. Ну и плюс это же пример для подрастающих поколений, чтобы они видели, смотрели. Ну и для вас самих, и для тебя, для других ребят, это тоже важно, почему у нас человек делает что-то, почему его не заметить. Это все нормально, наоборот, хорошо. Поэтому еще раз тебя поздравляю. Всего благ, здоровья.